Так, скажу. Привет. Да. Покажем обзор аппарата. Так, давай заодно. Друзья, всем привет. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы для вас сделаем видеоролик по обзору окрасочного аппарата. В нашей компании мы всегда стремимся к новому оборудованию какому-то, то есть следим за новинками. И в данный раз мы купили аппарат высокого давления фирмы Aztec. Вот. Обычно мы покупаем Грака, но в данном случае решили перейти немножко в другой сегмент, скажем так, сэкономить немного денег, вот, и попробовать какого-то другого производителя. Сразу скажу наперед, что остались покупкой, мы довольны, вот, и погнали во всем по порядку. Итак, друзья, это у нас аппарат фирмы Aztec, модель ASM 3200. Вот. Производитель данного аппарата Россия, но и производит вообще основной это Китай. Потому что у нас есть еще один такой аппарат, о нем мы расскажем вам немножко позже. Вот. По основным характеристикам. Мощность данного аппарата 2800 Вт. Вот. Вес аппарата порядка 26 кг у нас. Вот. Небольшой, такой компактный, очень удобно при транспортировке. Максимальное давление у данного аппарата 220 бар, вот. И что нас подкупило, это большая производительность. То есть производитель заявляет, что аппарат может выдать 3,5 литра в минуту. Уже использовали мы его, ну, давно, как бы мы его прикупили, да, то есть хотели, чтобы отзыв был у нас немножко компетентным, в плане того, что не сразу после покупки делать какой-то обзор, а немножко попользовавшись, посмотреть плюсы и минусы, и тогда для вас сделать уже объективный обзор. Еще что нас подкупило, то что, ну, во-первых, аппарат уже нового типа, вот, поршневого стоит типа двигатель, и двигатель, кстати, бесщеточный. Здесь вот это тоже было, кстати, основным моментом при покупке и выборе данного аппарата. Также в данном аппарате стоят новые керамические шарики в поршне для улучшенной проходимости материала. Мы уже пробовали различными красками красить, наносить на различные клея, как бы со всем аппарат справляется. И в данный момент у нас вот уже заряжен клей для стеклообоев, для стеклохолста. Вот. И в данный момент мы будем сейчас его наносить. Сейчас мы этот момент вам покажем, то есть, что аппарат справляется, все, как бы это дело может нанести. В комплекте шел наш шланг 15 метров и стандартный пистолет ну, с фильтрами, с уподдержателем. Но мы шланг оставили стандартный, как бы, который шел в комплекте, а докупили отдельно пистолет граковский, я вам покажу его чуть попозже. Докупили вот такую вот удочку, то есть это когда мастеру не хватает. Вот, мы докупили пистолет граковской фирмы Грака, вот сразу, чтобы ребята видели. Соподержатели, естественно, докупили комплект суперл различных для различных операций, манипуляций, накраски, для откоса и так далее. Купили удочку, то есть она удлиняет, скажем так, нам руку, делает работу более удобной, когда высота очень большая. И купили вот такую вот очень важную штуку, называется клиншот. Вот, о нем мы можем рассказать вам более подробно в следующем видео. Вот. Единственное, скажу, что очень удобная вещь и очень удобно красить какие-то ниши, потому что его можно повернуть, грубо говоря. Вот он накручивается на удочку. Таким вот образом. Вот. И, грубо говоря, где-то в нише вот, можно все это дело вот так вот близенько покрасить, нанести там и так далее. То есть, что, скажем так, не всегда удобно, когда у вас вот нету клиншота и только пистолет. Раскрывать факел в прямом направлении. А здесь вот повернули, вот и уже можно сбоку что-то будет покрасить. Ну вот, друзья, это шел стандартный пистолет в комплекте. Мы сразу от него отказались и купили граковский надежный пистолетик. А этот пока просто лежит, не знаю, для каких целей. Стоит у нас 517 сопло сейчас для нанесения бостика клея. Вот. И докупили мы еще различные, то есть 514 у нас есть, 517, 312 и 210, это для каких-то мы покупали там плинтусов, откосиков, не знаю, для чего-то вот такого вот небольшого. Каждый может под себя подобрать, как бы купить, что ему там надо, удобно и так далее. Все сопла вот такие FFLP практически, зелененькие, от фирмы Грака.
вот эти вот софлы FLP, да, они вышли совсем недавно, и по заявлению производителя экономят до 50% краски за счет, ну, меньшего давления, которое вы можете использовать при использовании этих сопел. Какая вот консистенция, да, и вот все это дело аппарат легко протягивает и раскрывает факел. Друзья, в самом аппарате у нас присутствуют три фильтра, то есть вот фильтр, такая сеточка небольшая, стоит вот здесь у нас, вот в самом ведре. Вот, потом фильтр стоит вот здесь, в этой вот колбочке, да? Вот, и еще фильтр тонкой очистки, наверное, стоит у нас здесь вот, ну, в самом пистолете Дракоса. Вот. Что еще нравится в аппарате, очень тонкая и быстрая настройка, то есть вот у нас рычажок, который мы регулируем давление крутелочкой. Вот. И сразу же это давление у нас показывается вот на этом экранчике, тоже очень удобно. То есть мастер всегда может посмотреть, какое сейчас давление, то есть не только опираться на факел распыления, но и подрегулировать его еще более тонко с помощью вот этой вот подстройки. В целом же, говорю, аппараты мы очень довольны, вот, достойно может выступать граковскому оборудованию конкурентам, вот, ну и тем самым еще меньше стоит. Сейчас покажем в работе, как это. А как он устроен? Я уже значит, или факел? Факел. Вот смотрите, сейчас мы будем наносить на потолки клей, вот, для поклейки стеклохолста. Но момент подачи, естественно, он падает там до 94, там, до 103. Вот. Еще раз, в целом покупкой... секундочку. Сажан, принесли. Давай помогу вам. Нет, ты ошли. Поклейка. Вот так вот, ребята, с помощью хорошего оборудования и профессионализма мастера буквально за 2 минуты наклеили порядка, не знаю, там, 4-5 квадратов стеклохолста. Так что всегда развивайтесь, никогда не бойтесь покупать хорошее оборудование. Потому что, смотрите, даже вот, профессионалы всегда используют хорошее оборудование, да, вот в данном случае ходули, они очень упрощают работу. То есть человеку не нужно прыгать сверху вниз, как бы, да, чтобы там достать. То есть человек в свободном, не знаю, хождение делает быстро работу. Это намного ускоряет процесс, делает его еще качественнее, вот, и, соответственно, больше будет заработок, потому что работа сделается быстрее. Так, друзья, что еще примечательно, что когда, допустим, у вас в пистолете, пистолет забился, попала какая-то соринка, то мастер очень просто берет соплодержатель, сопло, поворачивает в обратную сторону его и, грубо говоря, промывает пистолет легким нажатием. Вот таким вот образом. И потом возвращается все на места свои, и будет, опять же, факел у вас раскрываться, и нормально можно будет работать. Что еще очень удобно при использовании данного аппарата, то, что вы в одном месте в квартире, в центре, где-то можете поставить кучу ведер и просто переставлять шланг. Шланг, по которому проходит материал, 15 метров, его хватает, чтобы по всем комнатам спокойно идти и не заниматься этим переставлением ведер и так далее. То есть просто тянем свой шланг и наносим материал. Не видно на камеру, какой факел он поставил. Вот такая вот ширина по факелу. Если бы мы красили, то здесь видно, как факел немножко у нас полосит по сторонам, но поскольку мы наносим клей, то это у нас ни на что не влияет. А покраской нужно было бы более тонко отстраивать все это дело.
Итак, друзья, за год использования данного аппарата красим мы очень много бостиков, различных клеев, капоколов. Мы наносим тоже очень много в наших ремонтах. Для себя минусов мы никаких не нашли. У нас данного аппарата сложилось мнение положительное. Одни только плюсы. Есть один минус, как у меня мастер сказал. Вот здесь. Иди покажу. Вот он. Вот это один-единственный минус, который есть в этом аппарате. Может потом объяснить это дело. Вот. Также говорю, что покупкой мы очень довольны. И, кстати, большое спасибо нашему товарищу за то, что посоветовал, Денису Геннадьевичу, город Минск. Вот. Хороший был совет. Денис занимается распространение данной продукции, так что можете смело обращаться, ссылку на его я дам. Мы уже купили, кстати, не один аппарат у него, есть у нас еще один, более новая немножко модель, про него мы тоже вам обязательно расскажем. Так что пользуйтесь, экспериментируйте, покупайте новые вещи, следите за новыми тенденциями, и данные вещи будут помогать вам делать еще быстрее и качественнее ремонт. Так что с вами была компания Гарант Ремонт, всем пока!